Спартак, кровь и песок, месть, война проклятых, черные паруса. Отличные сериалы, не так ли? Ну, на мой-то взгляд, очень даже неплохие шоу, в которых есть по сути все. И сюжет, и масштабность, и экшен, и запоминающиеся герои, и отличные повороты сюжета, и постельные сцены. Охренеть, сколько постельных сцен! Погоди-ка, я тут собрался смотреть шоу о восстании рабов, шоу о приключениях пиратов, или... Ну, давайте попробуем подумать о том, что ж это за феномен-то такой. С одной стороны, конечно же да, зачем показывать, как герой едет на лошади, если можно обойтись тем, как он садится на ее. Нам по сути ведь уже понятно, что он не просто решил на нее залезть, чтобы посидеть. Логично. Ведь это поспособствует тому, что хронометраж шоу будет свободен для более интересных и важных сцен. Но давайте заглянем поглубже. Постельные сцены, точно так же, как и все остальные, могут способствовать раскрытию персонажей и, разумеется, их отношений. В принципе, даже работать на общую атмосферу сериала. Возьмем в пример то же шоу «Спартак». Постельные сцены в нем показывают максимум грязи и мерзости в рассказываемых событиях. Принуждение же в этом шоу играет еще большую роль, заставляя сопереживать главным героям и еще больше ненавидеть. Ну, хотя бы ту же Лукрецию и Батиата. Вместе с компашкой, которым они все пытались угодить. В конце концов, не буду спорить, это может быть просто красиво снято. Демонстрация постельных сцен ничем не хуже демонстрации других вещей, которыми занимаются люди. А если учесть, что эта сторона жизни в большей или меньшей степени все-таки скрытая, так сказать, табуированная, то даже лучше. Привлечет больше зрителей, а это уже понятное дело, рейтинги вверх, больше звонких золотых монет, больше богатых и счастливых шоураннеров. Только вот есть и обратная сторона монеты. А всегда ли эти постельные сцены оправданы, актуальны и вообще необходимы? Я не из тех, кто может на каждом углу кричать о том, что я не смотрел «Игру престолов». Да, смотрел. Да, понравилось. Да, не всегда. Да, финал шоу где-то под дном Марианской впадины, вкопано выл и накрыто свинцовым тазиком. Это, разумеется, личное мнение. Свое можете высказать в комментариях. Так, уплыл на пиратской шхуне от темы. Постельные сцены «Игры престолов». На мой взгляд, уж минимум половина из них, ну и за даром на торрентах не нужны. Не влияющие на сюжет, не раскрывающие суть персонажей, их характеры, мотивацию и тому подобное. Так на кой черт они тогда нам сдались? Привлечение аудитории? Тут я и начну противоречить сам себе. А придет ли эта аудитория? Вот что мне сдается, что индивиды заинтересованы не в битве с армией мертвецов, не в том, как стену защищают от одичалых, не в том, как же эту сучку, извините, Серсею, на кол посадят, а сугубо в постельных сценах. Кажись, они ищут эти самые сцены не в сериалах, а на специализированных сайтах, наполненных контентом определенно именно под их запросы. Следуя этой логической цепочке, новая аудитория идет быстрыми шагами не на сайты с сериалами. Ну и зачем тогда все это дело? Занимает на глаз так, наверное, процентов 20 хронометража. Нахрена, как было дохрена. Ну так вот дохрена, очень дохрена. Так дохрена, что вот прям раздражает уже. Сланишь упаси, я не ханжа, и на удивление, в мои-то старые годы и со здоровьем в этом плане все хорошо. Любая женщина в моих глазах может быть великолепна, а уж моя Талиминея и вовсе для меня величайший и здоров Валар. Потому-то и кажется мне, что любовь в постели нужно делать, а не смотреть на то, как ее представляют себе режиссеры и шоураннеры, если это не оправдано сюжетом или не способствует раскрытию полюбившихся нам персонажей. В конце концов, давай вспомним то, с чего мы начинали. Мы же ведь не глупые. И если видим сцену, что герой взобрался на коня, то понимаем, что на нем он и поедет.
Точно так же и с постельными сценами. Мы знаем, как это работает и как все это дело устроено. Требую освободить хронометраж для масштабных и батальных сцен. Если согласен со мной, то влепи-ка огромный такой жирнющий лайк под видео. А если нет, то клацай на этот крестьянский, фу, какой мерзкий и пахнущий гниющий брокколи дизлайк. Ну, давай, делай свой выбор, друг мой. А вот, взгляни же, есть сериалы, которые избегают всех этих подробностей и в то же самое время могут оставаться отличными шоу, благодаря которым даже детей можно приобщать к великолепным мирам фэнтези и фантастики. Взгляни-ка, та же «Легенда об Искателе». Да, на которую я все обещаю сделать обзор, да все никак не доберусь. Ну, или «Хроники Шаннары», на которые я не обещал сделать обзор, но сделаю. Интересно получается. Но я это к тому, что за примерами ходить далеко не нужно. Хватает у нас тайтлов, избегающих постельных сцен с легкостью и при этом оставаясь достойными представителями своего жанра. Это я назвал только парочку, а вы, мои дорогие друзья, я уверен, можете их накидать столько в комментарии, что нам хватит их для того, чтобы создать целый топ. Ну и разумеется, было бы неплохо, если бы ты кидал свои мысли по этому поводу в комментарии. Интересно узнать ваше мнение и отношение к нынешнему тренду на постельные сцены в сериалах и в фильмах. Господи, как же они доконали меня уже. Фух.